Чё за... А, это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Здесь потише. Во втором туннеле блокпост, и нам незачем на него выходить. Дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Ха. Так, теперь будь нас... А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Ну, работает. Смотри, не задень банки. Под ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Опачки! А это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Знаешь, что делать? Они тут баррикад настроили, ну чистая революция. Дерьмо. Надо поближе подойти. Давай, обезвредь постовых. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Чё за движуха, бля? Чё за фигурал? То ли мерещится,
колониально. Точняк на сквозь какой-то. Эмля! Вроде хрен там какой. Кто? Мост чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тепла. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там, мне еще жить охота. Чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тепла. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. Не выделывайся. Мне еще жить охота.
ёбаная, папа пришёл! Это боевая дрезина Ганзы. Ищу братву. Все. Теперь все ништяк, можно идти. Качели, мать его, бога душу! Обрушение тоннеля, мать. И такая лестничка красивая рядом. Засада зубдав. Ну и хрен бы с ним. За мной! Thank you.
А черт, как будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты пошарь там по жмурам, может найдешь чего, и двинем. За хрен со мной была. Артем, ты слышал это? Фух. Ну и песни. Слаще Владимирского централа. Но страшно. Ну вот и проспект Мира. Ты, главное, рта не раскрывай, папочка все сделает. Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Thank you.
Эй, вы! Ну-ка покажитесь! Слушайся его. Эти ребята вообще юмора не понимают. Какая встреча! Может быть, это обозрение? Нет же, это Бурбон, собственной персоны. А я уж и не надеялся, что свидимся. Семен, смотри, как кто-то пришел. Вот хрень! Мы вляпались, пацанчик. Эй, Михалыч, какая встреча! А я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам Бурбон в гости пожаловал. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Убрать оружие! Кто такие? Выйти на свет! Медленно! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их! Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может, все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Не двигайся! Стоять! Я с тобой разговариваю! Все нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Следи за языком. Ля, мы вляпались по самые помидоры. На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно нет. Если они на будем считать, что по этом давно уже не было. Не знаю, как теперь, но раньше там на сиденье обугленные человеческие тела через этот поезд очень трудно пройти. Ну, на Ганзу нам пути нет. Но зато. Слышишь, держи патроны. Пойди купи пару фильтров противогазу. Есть одна мыслишка. Я пойду перетру кое с кем. Встретимся в баре, или я сам тебя позже отыщу. Ну, давай, минут пять у тебя в общем есть. Если меня сейчас кто-то слышит, ответьте. Это Москва. Говори, Москва. Станция метро, проспект Мира. Люди, если вы живы, ответьте. Слышит ли меня кто-нибудь? Это Москва, прием. Поймал я однажды экипаж танка, который чудом приуклонился. Не надо меня домогаться, я не такой. Изыди, сатана. День машиниста мы уже отмечали два раза на этой неделе. Мой сын сегодня произнес первое слово. Поздравляю. Мама или папа? Ни то, ни другое. Он сказал, огонь. Вырастет, будет солдатом в папу. Ну да, в папу. Знаешь, с той ночи, когда кровососы напали на нас из бокового туннеля, я у них каждую ночь кошмары вижу. Себя вижу, как я командую своим отрядом. Они не слушают меня, у всех стволы опущены. Все словно пьяные. Кровососы идут на нас прямо. Я кричу,
Стреляйте, сукины дети! Огонь! Огонь! А меня никто не слышит. Просыпайтесь. Жена плачет. Давай-ка мы с тобой выпьем. Давай. Горячий исландский парень заходит в метро, и тут голос ему говорит: «Осторожно, двери закрываются, следующая станция, опаньки, вот я». Давай мне все же в грязи со свиньями валяться. Прикупи себе красивые одежды, почувствуй себя гламурно. Расскажи бесплатно, пожалуйста. Я там как-то была в животе учит. Просто скажи, о чем это? А никаких денег не хватит. Налетай, разбирай. До и после того, как это... Канистры продаем. Есть железные, есть пластиковые. Кому что больше нравится. Воды влезет, упиться можно. Очень полезно при походах на дальние станции. Что-то дороговато. В общем, от Сухаревской к ближайшей дальней станции туннель очень долгий, потому что Туркиновская станция проклятая и заброшенная черт знает сколько лет назад. И чтобы от Сухаревской до Китай-города добраться, надо обязательно большой караван купить. Тогда много народу. Говорят, ничего особенного. Туннель-то туннель. А сухой такой тихий. И боковой туннель тебе не шаг. Деться из него даже некуда. А через день бывает, кто-нибудь наслушается про то, какой это замечательный туннель, пойдет в него один. И все. Поминай, как звали. Бесследно. Сталкеры говорят, ни в коем случае нельзя смотреть на кремлевские звезды, когда поднимаешься наверх. Они заговоренные звезды эти. Гипнотизируют или что-то вроде того. Посмотришь раз, и все. Глаз не отвести. А потом не успеешь моргнуть, как тебя внутрь затянет. В Кремль. Все ворота-то распахнуты настежь, а обратно оттуда никто никогда не выходил. Поэтому сталкеры никогда поодиночке не выходят. Если один на Кремль засмотрится, другой, чтобы его в чувство привел. Лучшее лекарство от головной боли. Видел бы ты его в действии. В щи разносит. Мы из рельсов делаем. По нему можно поездом ездить. Отличный курс. Налетай, разбирай. Бери, их совсем немного осталось. Отличное оружие. Не пожалеешь. И тебя берет. Пользоваться просто. Берешь и стреляешь. Бери, их совсем немного осталось. Да мне вообще ничего не надо. Нет, не подорвало. Отличный курс. Продаю. Мам, а мам, купи мне крыску. Заткнись, Катька. Мы на этой неделе уже ели мясо. На прошлой неделе. Ну, пожалуйста, мам. Я только поиграю и отпущу ее. С медведем своим играй. Хватит. Мой двоюродный брат рассказывал, что если дети убегают от родителей, их находят мутанты.
И эти мутанты едят у детей. Да мне вообще ничего не надо. Отличные одежды! Наследие великого Чергизона! Бери, не пожалеешь! Вы запретили дурь. Если кого-то еще случилось, мне подарить свои люди, которые еще первые дни войны застали. Ну, значит так. Я тут добазарился с одним перцем. Он, конечно, шматяра нереальный, но тут уж ничего не сделать. Зашибись, все выдвигаем. Психическим оружием. Начальник, мы ничего не заметили. Даже кури Богу не включили. Потому что на этой чудной станции было уже поздно. Потому что оружие это уже всех внутри зажирало. И стало вокруг крыши. Никто меня не слышит. Нет, никто. Какой был Бог? Бурбон? Будто сам не знаешь. Ну, давай пульки и проходи. Я уже Михи забашлял. Станция метро, проспект. Но мне-то ты ничего не платил. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Слышите меня кто-нибудь? Вот дерьмо. Да. Приятно с вами иметь дело. Да ладно. Шутка. Все на изготовку. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам, прикройте меня. Черт, ненавижу это. Это Москва. Говорит Москва. Станция метро, проспект Мира. Чугунная стена и двери железные. Люди, если бы живы, ответьте. Слышите меня, кто-нибудь? Это Москва. Да вроде все спокойно. Кажется, все чисто. Давай. Удачи. Спасибо. Надо валить отсюда по-быстрому. Как описать чувства, когда после 20 лет в тоннелях видишь небо, когда видишь город, в котором когда-то родился и в котором теперь властвует чудовище? «Вот он, мертвый город», — сказал мне Бурбон. «Добро пожаловать домой». А теперь будь очень, очень на стрёме. А вот и счастливые, мля, жители этого райского городка. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Но там волыны ищут, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень твердые, замороженные. Ну, чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи как следует. Вдруг тут есть еще один схрон. Они часто на поверхности схроны мастырят, куда добычу стаскивают. Так что ты давай, гляди в оба, ищи. И наверху у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильтрами. Так, что тут у нас? Ага, фильтрик пригодится. А тут и маслинок насыпала. Спасибо, братан.